Истребитель разбился в Соединенных Штатах Америки. В Аризоне потерпел крушение истребитель ВВС Соединенных Штатов Америки F-16C. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу авиабазы «Люк». Вот, собственно говоря, кадры, на которых видно, что самолет действительно потерпел крушение. Инцидент произошел в городе Лейк Хавасу Сити. Самолет упал во время тренировочного полета, когда пилот заходил на посадку. Пилот катапультировался, угрозы его жизни нет. К сожалению, видеокадров данного инцидента нет в интернете. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!